Сегодня готовлю суп из индейки с гречкой и с грибами. Вода закипела, приготовленное нарезанное мясо закинула. Пока мясо варится, чистим картошку. Очень удобная такая вот овощечистка чистка у меня, тонко срезает. На суп нам понадобится грибы, гречка, лук, свежая зелень, приправы, растительное масло для зажарки. Почистила грамм 150 картофеля. Теперь нарезаем. Мясо варится, закидываем картофель. Пока это варится, подготавливаем грибы. Грамм грибов добавляем в наш супчик. Добавляем 50 грамм гречки. Все это варится пока. Подготавливаем лук. Луковица крупная, взяла половину луковицы. Порезала лук. Готовим пока зелень. Блюдо это недорогое, очень вкусное, аппетитное. Готовится быстро. Делаем зажарку. Немного масла. Лучок обжариваем. Обжариваем лук до золотистого цвета, закидываем. Теперь солим. Добавляю немного черного перца, немного универсальной приправы. Сушеного укропчика можно добавить немножко. Добавляю чеснок, зубец розмового. Наш суп, в принципе, почти готов. Закрываем крышкой, немного дождем и закидываем зелень. Это последний штрих супчика. Доводим суп до готовности. Выключаем. И у нас получился вот такой ароматный и вкусный супчик. На приготовление этого супа у меня ушло полчаса. Вот такой супчик у нас получился. Выглядит аппетитно, запах ароматный. Всем приятного аппетита!